Я заставил его подплыть к борту лодки. Майк, теперь позволю ему уйти немного на глубину. Сосчитаю до 10 и начну вытаскивать. Должно быть приличная рыбина. Я взял подсачник. Ну что там, гигантская лягушка? Нет, отличная рыба. Да, отличная. Майк, насколько, по-твоему, потянет? Килограмма на 3? Около того, думаю, скорее на 3,5-4. Смотри, все еще бьется. Думаю, он потянет минимум на 3,5 килограмма. Отлично. Не дергайся, я с тобой еще не закончил. Какая потрясающая рыба. Если вы никогда не ловили таких, обязательно попробуйте, только полюбуйтесь на него. Как вы знаете, я обожаю ловлю на живца. Да и что может быть увлекательнее, чем безумно голодная хищная рыба, хватающая наживку прямо на поверхности воды? А вам нужно только забрасывать удочку. Похоже, тебе попалась крупная. Тяни ее. Да, ради этого момента все и делается. Боже ты мой, совсем рядом с лодкой. Мне пришлось действовать быстро. Я увидел волнение на поверхности воды, забросил удочку и, похоже, подцепил ее. Потрясающе. Вернусь-ка я на корму. Бог ты мой, кажется, обедать нам сегодня не придется. Похоже, да, здесь полно рыбы. Рыба там так и плещется, они просто набрасываются на живца. Как раз пытаюсь одну снять с крючка. Отлично. Плыви, дружок. Хорошая рыба. Отличная рыба. Обычно у поверхности ловится отличная рыба. Да, ты прав. Споришь, что это опять тот, которого я только что отпустил. Боже мой, их там что, толпа? Крутой парень. Похоже, это самый большой за сегодня. Прекрасный улов. Я принесу подсачник. Круто. Отличная работа. Потрясающе. Ну что, попался хищник? И ведь ничто не предвещало, и вдруг, откуда ни возьмись, бам, и набросился на живца. Сколько он весит? Думаю, как и предыдущий, порядка 3-3,5 килограммов. Но он не самый большой, но определенно самый крутой. Определенно. Вон он там, видишь? Он плывет за живцом почти по самой поверхности воды. Да, я вижу. Бог ты мой, только посмотри, потрясающе. Как же его поймать? На мой крючок он не попался. А, нет, теперь попался. У меня клюет. И у тебя фантастика. Похоже, на нашу наживку собралась вся стая. Да они все плещутся там внизу. Случайно снял, отпустил леску. Ничего себе. Их по-прежнему полно вокруг. Там, вон там, вон там, возле лодки. Ты посмотри, вон там, смотри еще какой всплыл. Да, это не для слабых нервов. Что-то мы припозднились. Спасибо съемочной группе за то, что помогли погрузить лодку на прицеп и вытащить на берег. Знаешь,